Мария поет с самого детства. Творческий путь начинала в вокальной студии Воденцова. Постепенно хобби переросло в профессию. Сейчас она педагог по вокалу, но и от возможности поучаствовать в конкурсах не отказывается. Я думаю, что мы просто хотим получить удовольствие в первую очередь и подарить зрителям, жюри много эмоций и отличное настроение. Эстрадно-джазовый академический вокал «Бардовская песня» – это номинации второго открытого фестиваля конкурса вокалистов имени народного артиста СССР Иосифа Кобзона. В нем приняли участие как дети, так и взрослые. Всего более 150 человек со всей России. Когда совпадают профессионализм, умения и опыт наставников с прекрасными возможностями площадки, такой как наш культурный центр имени Иосифа Давыдовича Кобзона, профессионализм работников культуры и без чего невозможно зажить звезду, без таланта и уникальности участника. Яркие, одаренные, такие разные. Своим талантом участники фестиваля восхитили не только членов жюри, но и зрителей. Насладиться выступлениями солистов, дуэтов и ансамблей пришли более 700 человек. Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцова».